Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Zoo Tycoon, первую часть, да, и это предпоследнее видео, я так понимаю, останется только морских животных показать, которых вообще без всяких таких загонов, для которых строишь отдельный аквариум. Значит, это у нас сернобык. Размножаются в неволе очень хорошо. По-моему, уже 2 или 3 детеныша они мне наделали тут. Здесь у меня верблюд дромадер. Одногорбый, я так понимаю. Только он почему-то дромадар тут написан. И, по-моему, у них уже детеныш тут где-то есть. Но я его, к сожалению, пока что-то не вижу. Вот он. Вот, он тоже начинает размножаться у меня. Также у меня здесь морской крокодил есть. Ну или грибнистый крокодил, да? Но тут 4 метра, наверное, в длину где-то. Не такой уж и большой. Вот детеныш у них уже появился. То есть тут как-то без стадии яйца все проходит. Спокойненько. Здесь у меня плезиозавры. Нужно будет ждать, когда они вырастут. И озвучка вот такая, слышите, да, специфическая. Ну и помимо них у меня здесь есть морской котик. Калифорнийский морской котик. Так, им игрушку, кстати, можно. Они, думаю, будут не против. Они на нее залезают там, то есть тоже взаимодействие с объектами какое-то есть. Сейчас посмотрим, залезет он или нет. Чё, этот пока не хочет залезать. Ну вот у нас тут моржи еще есть. Отдыхает на льдине, этот ест у нас. Здоровые моржи такие, конечно. Тут и сделали правильно, то есть по размерам. Так, какой этот морской лев, он какой-то тут мелковат, по-моему. Это морской котик какой-то, а не морской лев. Здесь у меня есть морской слон. Почему у него такая озвучка, я не знаю. Ведь это морской, мать его, слон. Чё он там до 6 метров вырастает? И почему-то он называется печать слона. Я вообще не представляю, почему так. Ну, в общем, это здоровая такая туша, вот сами посмотрите. Еще у нас здесь есть морская выдра. Ну, грубо говоря, это калан. Ну, то есть, да, морская выдра, калан. В принципе, это все такие полусухопутные животные, которые тут есть. То есть, которым нужно немного суши. Ну, а все остальное... Странно, что плезиозавры здесь на сушу вылезают. Ну, тогда считалось, что они еще могли вылезать. Ну, нам нужно подождать, когда вырастут наши плезиозавры, чтобы я вам показал, как они выглядят в полном размере. Смотрите, уже второй детеныш. О, у каланов уже родился детеныш. Где только? Кто так делает? Это морские слоны так делают, что ли? Да это что ли она, или что? Где детеныш-то ваш? Это морская выдра 2, это морская выдра 1. А, вот он. Крохотный. Так, ну и перед тем, как мы продолжим, я бы хотел вам показать еще 3 бонусных животных, которые доступны в этой игре. Для начала начнем, я думаю, с трицератопса. Чтобы получить трицератопса, нужно назвать одного из своих животных, да, вот сейчас вот возьмем. Нужно назвать его... меловой коралл, грубо говоря, но на английском языке. И чё? Давайте посмотрим, может, он открылся.
Нет, значит, я, может, что-то не то сделал или что? Так, есть вариант подумать. Так, подождите. Ну-ка, если так. Что-то не то. В общем, я понял, что я делал не так. Нужно для начала создать вольер. Давайте где-нибудь вот здесь. Ага. И вот вольер мы уже называем вот так. И шо? И где он? Вот, смотрите, трицератопс появился. Я вам не врал, все работает. И смотрите, сразу без стадии яйца, сразу взрослый трицератопс. Ну, точнее, детеныш, который в будущем вырастет. Так. Или чё? Или они типа яйца такие? Да, смотрите, это типа яйцо такое трицератопса. Давайте сразу еще посмотрим еще двух других животных, пока эти из яйца будут вылупляться. Так. Точнее, нет, последнее бонусное животное я покажу в следующем видео, чтобы хоть как-то вас заинтересовать. В этом видео посмотрим вот еще одно бонусное. Это у нас будет... Вот так вот называете, Ксанаду. И у вас должен открыться... Насколько мне известно, это должен быть... Да, это единорог. Так, давайте теперь немного поработаем с единорогом. Так, подожди, они что, плавают или что? А, нет, все, ладно. Не хватает пресной воды, ты посмотри. Так, давайте, чернолесная почва. Так, все, подожди. То есть вам трава все-таки нужна? Мне нравится конюшня? Так, я тебя понял, вообще конюшня не нравится. О, навесом нравится, окей. Так, где у нас больной плезиозавр? Надо его полечить. Больше камней, больше камней. Хорошо, да. Нет, не то нажал. Давай камнем. Так, а какие у нас единорог?
Японский клен. Японский клен. Давай, ищем японский клен. Где же наш японский клен? Где же он? Где же он? Вот он. Да сколько вам этого японского клёна-то надо? Наконец-то. Вот так вот они выглядят, наши единороги. Когда уже вылупятся эти трицератопсы, уже не терпится посмотреть. Плезиозавры наши еще не выросли, да? Они еще маленькими остаются, хорошо. Ого! Уже единороги начали размножаться. Хорошо, а можете мне показать? Как-то, не? Где вот он спрятался? Вот он. Ну, смотрите, он какой-то черно-белый такой. Наполовину мама, наполовину папа. Прикольно. Трицератопсы, сколько вас же вас ждать? Сколько еще эти плезиозавры? О, господи, сколько еще эти плезиозавры будут расти, мне интересно. Я, наверное, что-то сделал не так, потому что мои трицератопсы должны быть в виде яйца, а не в виде детеныша. И не знаю, попробуем потом в следующем видео еще раз. Ну вот, собственно говоря, плезиозавры выросли, вот это их максимальный размер. Грубо говоря, где-то 6 метров в длину. Ну, примерно такими они и были. Ну, наверное, на этом все. Следующее видео будет последним по этой игре. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус и всем пока.